Так, сегодня мы идем в дом-музей имени Чехова, да, вот его дом. И у нас там тоже будет небольшой интерактив. Мы будем выполнять задания так же, как мы в Королеве делали, помнишь? А, да. Нам дадут методички. Ну, пошли? Пошли. Пошли. Топ-топ. Хорошо? Все. Ищем портрет Чехова. Да. Портрет Чехова был при входе, вот я видела, вот там. Их несколько. А, то есть это... Это он мало... А я такой портрет ни разу не видела. Я как-то его вот видела уже другого. Потому что вот я его вот таким вот... Да, вот таким... Да, да, Снепс. Да. Вот его классический, видишь, портрет. Как все его в основном помнят, видишь, у него очки, он был доктором. Вот. Что тебе нужно отметить? Да, у нас интерактив сегодня, мы в музее Чехова. Ну вот, видишь, вот он у тебя этот портрет нарисован, его мы нашли. Да, и мы будем сейчас смотреть. За... Как бы вот навести вот это вот... Картинка. Это обалденно. Это все вот нарисовано. А вот тоже. Ой, вообще обалденно. Вот это вот рукопись. Это восторг просто. Так, что здесь такое? А ты тоже видишь, как все это прорисовано, да? Да? Она переворачивается, да? О, сколько можно достать. Так, ну что, идем во второй зал. Костя. Костя увлечен. Нам дали вот такой вот. Да. Вот по нему мы будем дальше сейчас передвигаться. Заламинировано. Идем во второй зал. Ну, видите, как с увлечением он все проходит. Все читает. Такое задание у нас. Да? Нашел, да? Да. Хорошо, давай дальше искать. Подушку я тоже там нашел. То есть все предметы. А вот чемодан. Где чемодан? Вот. А чемодан где? Чемодан? Не чемодан там, сумка, да? Где сумка? А это. Вот он, чемодан. Вот этот вот календарь, да? Там и не разглядишь в нем год как. Так, нашли. Все, дальше. Всегда все листочки разъединены? Нет. А вот времена тот палочек вообще, вот, знаете, печатали, сейчас печатаешь на больших листах книгу. И вот этот лист, он как раз состоит из страниц. Понимаешь, что ли? Мотор, да. Мотор. Ну вот мы приехали с музея имени Чехова, мы туда поехали, потому что нас пригласила наша театральная студия Чехов и театр, это все, да, они вместе, едино, поэтому нас туда пригласили, и мы бы сами, вот, наверное, не поехали бы, да, в музей Чехова, если бы нас не пригласили. Ну, в общем, сейчас он входит вот в эту программу, вот, всей семьей в музее, вот по Королеву мы в том году на каникулы ходили, да, в этом году. Тоже можно пройти 12 музеев, сделать отметки, да, то есть это интерактивно, очень интересно, мы заполняли задание, нам очень понравилось. Вот, теперь он выбирает музеи, будет заслуживать их, да, хорошей учебой.
чтобы мы еще раз пошли, посетили еще музеи. Так что ходите, все были с детьми, то есть полный музей был, мама с детьми. Вот. Один папа был с нами, он почему-то не ходил по музею, а ходил за музей, вот так вот в окна выглядывал и говорил, ну когда же вы там выйдете все? Все мамы привезли своих деток. Ходите по музеям, это очень интересно, впечатление очень. Ты много нового узнал? Ну что ты узнал, расскажи мне. А то, что раньше книги, когда покупали, нужно их листы было разъединить. Разрезать, да. Да. И специальный был для этого ножичек. Ну, в общем, да, мы очень много узнали. Чего бы не узнали бы в другом месте. Так что всем пока. Это в центре города, да, на Садовом кольце. Называется, если вы пошли в зоопарк и в планетарий, чуть-чуть пройдите, а там дом музей Чехова. И вы получите вот такое же удовольствие. Но это каникулы сюда входят до какого-то ноября, до 19-го, да, вот эти, по этим книжкам, потому что детям интереснее ходить именно по заданиям, по вот этим, да, это их квест своеобразный, музейный. Всем пока, Таня Матаня, оставайтесь со мной, подписывайтесь. Будем ходить по музею? Да. Будем.